В жизни всегда есть место несправедливости. Вот это котик-мажор. Он сидит себе на кресло, смотрит телевизор, ему хорошо и уютно. А вот это котик-рыжик. Он устроился на коврике возле входной двери. И грустно сидит и думает о себе. Потому что жизнь штука несправедливая. Одному все, а другим хорошо, если достанется место на половичке. Да, рыжик, не грусти, котик, не грусти, мой хороший.